17 камчатских спасателей подтвердили свою квалификацию. Это сотрудники краевого поисково-спасательного отряда, отряда ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов, Мильковского филиала поисково-спасательного отряда, а также пожарно-спасательной части поселка Усть-Камчатск. Профессиональная аттестация – это своеобразная проверка готовности спасателей к работе. Она включает в себя как теоретические задания, так и практику. Комиссия оценивала спасателей на знание нормативных документов, технических характеристик и методов использования поисково-спасательного оборудования и инструментов. Были затронуты и другие вопросы. В ходе практики спасатели продемонстрировали свои навыки вязки горных узлов, а также умение оказывать экстренную доврачебную помощь условно пострадавшим. Помимо этого, экзаменуемые должны были оперативно найти заданную точку на карте, так как профессиональным умением каждого спасателя является ориентирование на местности. По итогам испытаний все спасатели успешно прошли профессиональную аттестацию, а один из них даже повысил свой ранг, став спасателем второго класса.